Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию сейчас будет представлена программа для профессиональной автоматизации контейнерных перевозок товара. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также в программе есть разделение по правам доступа, чтобы каждый сотрудник видел лишь то, что входит в его компетенции. Мы зайдем под главной ролью, чтобы посмотреть весь функционал. Перед началом работы каждый сотрудник имеет возможность выбрать понравившийся ему дизайн из множества предоставленных шаблонов. Не спешите, пролистайте все заготовки, получите максимум эстетического удовольствия от работы в программе УСУ. Когда необходимы контейнерные перевозки? Когда есть некие клиенты и некие поставщики, находящиеся далеко друг от друга, между которыми требуется наладить передачу товаров. Клиенты могут не знать язык поставщиков, они могут даже не иметь представления о том, какие товары и у каких именно поставщиков приобретаются. Все эти функции вы можете взять на себя в качестве посредника и получать за это свой заслуженный процент. В отдельном справочнике есть возможность составить списком условия, на которых вы работаете с разными покупателями. Вы можете взимать разный процент предоплаты и через определенное количество дней сдать полный расчет от заказчика. Товаров много, поэтому их перевозят в контейнеры. Объемы используемых контейнеров допускаются перечислить в специальном месте. Эти настройки делаются один раз, а постоянная ежедневная работа уже будет проводиться в модулях. В модуле клиента вы сможете организовать единую базу своих заказчиков с хранением всей необходимой контактной и прочей информации. Также у вас будет список доступных поставщиков. По каждому разрешено указывать имя, контактные сведения, адрес лавки или стенда и даже некие специфические данные. Например, номер телефона мессенджера, если вы работаете именно с Китайской Народной Республикой. Далее давайте посмотрим, как в системе УСУ работать с заказами. Для этого разработан одноименный модуль, при открытии которого выходит поиск. Это означает, что любой текущий или архивный заказ можно легко найти по разным критериям. Давайте выведем единственную заявку, имеющуюся в демонстрационной версии. Сверху сама заявка, а снизу список товаров, которые в рамках данной заявки требуется поставить клиенту. В зависимости от этапа исполнения, каждая заявка будет адресовываться нужным цветом. Зеленый цвет присвоен предварительному статусу обращения. В составе заявки детально по каждой позиции прописываются характеристики заказываемых товаров. Название, артикул, материал изделия, описание продукта, упаковка, маркировка, размеры и так далее. Заказчику можно даже дать простой файл в формате Microsoft Excel, чтобы он в нем подробно описывал желаемый товар, а вы потом могли очень быстро закачать его в программу при помощи команды импорта данных. Любое количество товара будет загружено за считанные секунды. А также, как вы видите, универсальная система учета может работать с самыми разными форматами файлов. Причем, чтобы не было разногласий, по каждой номенклатуре товара можно даже прикреплять изображение. Тогда языковой барьер между заказчиком и поставщиком, например, из Поднебесной, не будет проблемой. Далее по каждому заказанному товару начинается работа. Если по какой-то позиции что-то непонятно, ее можно пометить, чтобы разобраться с ней в дальнейшем. Если есть такие помеченные позиции, то весь заказ тоже принимает цвет и статус согласования. А когда все обсудили и утвердили, отмечаем это в заказе простой галочкой, после чего статус становится на предоплату, и такие заказы выделяются уже синим цветом.
Чтобы по согласованным заказам клиенты могли оплатить, им требуется выставить счет на оплату. Система услуг, конечно же, возьмет эту рутинную работу на себя и сделает ее максимально удобной. Сначала формируется так называемая проформа инвойса. Это означает предварительный счет. Для этого пользователю достаточно просто выбрать специальное действие. Интеллектуальная система учета в этот момент валюту для оплаты поставщикам, например, юань, перевела в другую валюту, в которой уже будет рассчитываться заказчик. Помимо этого, сразу был заложен процент за посреднические услуги и плановые накладные расходы. Печатная форма инвойса легко формируется на разных языках. Снизу подставляется печать организации. Также автоматически создаются и другие документы – файлинг лист и спецификации. Когда предоплата получена, можно размещать заказ у поставщика. Цвет у таких заказов становится ярко-оранжевым. По мере поступления от производителя заказанного товара вносятся его размеры и фактические характеристики. Появляется этап «принято на склад». В это время есть возможность отмечать необходимость доработки поставщиком, возврат товара или даже перемещение недобросовестного производителя в черный список. А когда со всеми позициями разобрались, можно отмечать, что заказ будет грузиться в контейнер. Далее в одноименном модуле следует зарегистрировать новый контейнер, указав его номер и объем. В блоке «Транспортировка» вводим номер коносамента, отмечаем наличие телекс-релиза, указываем дату судовыхода и судозахода. И после этого мы можем легко выделить один или несколько заказов, которые будут загружены в этот контейнер. У самого контейнера будет рассчитан процент заполнения. Также будет возможность отметить сопутствующие расходы. По любым выбранным контейнерам также автоматически заполняются необходимые бланки, например, лог с данными и лист со стикерами. Так как программа УСУ международная, документы могут быть сразу на нескольких языках. Более того, даже работать в одной программе люди могут из разных стран одновременно. При этом интерфейс для всех работников будет на их родном языке. К примеру, в одной стране принимаются заказы от покупателей, а в Китае их усердно ищут, отмечают в системе и грузят в контейнеры. Ну и в конце создается уже не проформа, а фактический инвойс. Результаты работы в режиме реального времени руководитель смотрит по аналитическим отчетам, чтобы все контролировать и ничего не упустить из внимания. Универсальная система учета включает готовые управленческие отчеты, а также при необходимости дает возможность заказать любые дополнительные. Мы показали вам лишь часть имеющихся возможностей. Если у вас остались вопросы, звоните или пишите. На странице контактов нашего сайта представлено множество телефонов, по которым можно получить консультацию. Мы работаем с организациями по всему миру, от малого бизнеса до крупного. Используйте наши современные технологии для повышения эффективности своего предприятия. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.